Новости. Душевной по настроению и плодотворной по сути получилась встреча народного избранника Александра Резника со своими избирателями. Депутат проверил, как идет ход благоустройства дворов дома веренной ему территории. Так на Мира отремонтирована беседка. За 33 года она не только стала символом двора, но и заметно обветшала и даже попала под угрозу сноса. По содействию Резника беседку реконструировали и покрасили. Вдохнули в нее новую жизнь. Благодаря нашему депутату у нас теперь стало... красивая беседка, хотя обращались и мы на другие инстанции, но этот вопрос не был решен. Нам хотели ее просто снести. Благодаря нашему депутату вот наш дом еще краше стал. Во дворе дома уже на Ленина по программе благоустройства городской среды отремонтирована спортивная площадка. Появилось новое ограждение, антивандальные тренажеры и лавочки. Теперь площадка не пустует никогда. Но в районе проблемных вопросов немало. Большинство домов строились больше полувека назад и сейчас требуют ремонта. Здесь много работы. Мы знаем проблемы, знаем, что нужно сделать. И я думаю, что в течение ближайшего времени, благодаря и программе «Комфортная городская среда», благодаря активной такой работе администрации, мы, думаю, что многие проблемы сможем решить. И, конечно же, вместе, благодаря активной поддержке, вместе с жителями. Анастасия Петренко, Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».